Более 30 анапских семей приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню Матери. Сегодня здесь те родители, которые не побоялись взять на себя ответственность за троих и более детей. Именно на такие семьи должно равняться общество, считают организаторы мероприятия. И именно таким родителям нужна особая поддержка. Мы подготовили для них праздничную программу. Значит, отец Александр храма Серафима Саровского провел экскурсию для наших семей. С анапским благочинием и с отцом Александром у нас очень такая серьезная работа. И, конечно, мы в приоритете работаем именно на пропаганду здорового образа жизни и на обобщение опыта, что ли, по воспитанию детей в многодетных семьях. Сегодня самые теплые слова звучали в адрес тех, кто носит гордое звание «мама». Также ребята вместе с родителями участвовали в викторине, отгадывали загадки про семью, вспоминали пословицы и поговорки про семейный быт. Ну и, конечно же, дружно пели самые добрые песни. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Все семьи получили в подарок продуктовые наборы, консервы, крупы, предметы первой необходимости. Одним словом, все, что пригодится каждой многодетной семье. В Анапе сегодня впервые стартовал всероссийский добровольческий проект «Народный обед». Он был запущен в 2013 году Фондом продовольствия «Русь» совместно со службой помощи Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению «Милосердие», то есть это Русская Православная Церковь. Обеды были, данные, которые нам вот передали, расфасованы и переданы нашим анапским семьям Союзом многодетных семей «Кубанская семья» в лице председателя Светланы Александровны Неделько. Очень большая помощь для многодетных семей. Храм оказывает, отец Александр очень сильно заботится, центр Каритас, склад вещей, то есть как-то где-то можно деток обуть, одеть. В храме рассказали, что в ближайшее время на курорте планируют создать автономную некоммерческую организацию «Анапа многодетная», которая в будущем войдет во всероссийское общественное движение «Семьи России». По всем вопросам многодетные родители могут обратиться в Анапский комплексный центр социального обслуживания населения по адресу Анапа, улица Крымская, 181, или по телефонам, указанным на экране,